Всем привет, с вами Андрюха. Нахожусь на реке Нижняя Тунгуска, точка 160-140. Так, эту точку также подсказал ТУС-3. Вот такие вот леночки залетают, в принципе, неплохо. Я сразу покажу сборку. Значит, ловлю, друзья, на ультралайт, на свою ультиму. 9-килограммовая катушка, 12,5 килограмм, плетеный шнур, 0,24. 9-килограммовая флюоркарбоновый поводочек, 9-килограммовый. Значит, рыбачу на Юлин Юстин, оригинал Поппер, 4F006. Вот более подробно стоят тройнички, FS6, Берсерк Хукс, шестерочки. Так, скорость проводки, друзья, 35-я. Это находится также вот у лагеря. Квадрат получается G5. Отрыбачил уже, друзья, целый час. Вот даже судя по чату можно видеть, линки ловятся. Килограмм, килограмм 600 грамм. Я поймал килограмм 100. Горбуша ловится, тоже, в принципе, неплохо. Так, ну какая, друзья, проводка? При такой скорости в 35 просто стараюсь делать так, чтобы было рыскание. Таких пару оборотов делаю, остановка. Кстати, часто на именно остановках рыбка поклевывает. Также можно, в принципе, тот же результат будет, если подойти на точку 161-140, ближе к травке, к берегу. Так, ближе к вечеру леночек, друзья, берет такой более крупный. Так, тузут попался таймень на 11 килограмм. Как я понимаю, уже не первый за сегодняшнюю рыбалку. Но мне писал, что тоже весь вечер убил на одного таймешонка. Так что, видишь? Нет, только поппер. А я у него спрашивал, на спайкер пробовал он или нет. В принципе, почему нет? Половить здесь интересно, половить здесь можно. Я, конечно, ожидал, что будет горбуши больше. Ну, к сожалению, сейчас покажу. Горбушу на килограмм всего одна залетела, зато линков в Омску брал от 500 грамм. Также пелечь попалась, ряпушка, форелька. Форельки всего пару штук, несколько восточек, несколько западных. Ну, клюнула одна щучка. Да, рыбачу уже час. В общем, точка интересная. Можно прийти, порыбачить. Даже по опыту удалось 350 тысяч поднять за этот час. Сливы, так сказать. В общем, сейчас пойду, друзья, покажу, что вышло за эти 27 хвостов на этой точке. Точка, еще раз напомню, 161-140. Либо можно встать чуть повыше. 160-140. В принципе, результат будет и там, и здесь примерно одинаковый. Так, ну что, еще что-нибудь интересное клюнет, нет? Сейчас как раз 11 часов. Вот хариус неплохо брал прошлое утро до обеда. Неплохой, до килограмма. Кому, друзья, интересно, сколько это выйдет по серебру, сейчас сбегаю, покажу вам. Так, это у нас что?
Горбуша 765. Неплохой еще, 15 тысяч опыта. В общем, так вот, друзья, заходите, пробуйте. А сейчас я покажу вам, что из этого вышло по серебру. Увидимся на базе. Так, для начала посмотрим, может быть, что-то есть, какие-то интересные заказы в кафе. Надеюсь, что-нибудь будет интересное. Так, караси, гальяны, ёршики, изи, гальянчик, лещ. Плотва нет, ничего для нас интересного здесь нет, для спиннингиста особо. Хорошо, 28 хвостов. Больше зачета. У нас вышло на 300, грубо говоря, 370 монет. Чуть больше часа рыбачил. В общем, как-то так. Вот такая вот, друзья, точка. Так, спустя небольшой промежуток времени я еще раз зашел, друзья, на эту точку. Только точка 161-140. Только решил порыбачить на спайкер. Дать вот этот вот спайкер. Займан спайкер 2017, желтенький. Также, друзья, простоял на этой точке 55 минут, ну, практически уже час, чтобы посмотреть, сравнить, как чисто по именно по серебру, кто выиграет поппер, вот этот шестой, либо вот этот 17 спайкер. Мне было интересно. Зашел, 30 хвостов, друзья, уже выловил, брал практически все подряд. Не брал только самых таких мелких рыбок, меньше 500 грамм. Сейчас посмотрим, что, какой результат будет у спайкера. Сейчас еще пару раз кину и побегу сдам, чтобы вам показать, что именно на этой точке, именно по серебру, лучше, друзья, работает спайкер либо поппер. Я не знаю, вот как по ощущениям, поппер как-то, мне кажется, лучше себя показал в плане именно клёва. Но пока еще точно сказать не могу, поэтому надо подождать. Сейчас еще разочек кину и также пойду сдам, посмотрим. Так как в кафе ничего не было, думаю, в данный момент в кафе тоже смысла нету заходить. Ну, хотя, в принципе, забегу, посмотрю. Так, и по опыту удалось 200 тысяч примерно добить. Так, что-то интересное клюнуло. Поппер по опыту был поинтересней. Так, и это у нас голец арктический, 2 килограмма. Ладно. Бегу еще раз на базу, посмотрим, как показал себя спайкер. Так, в кафешку, друзья, я, наверное, все-таки загляну, посмотрю, мне прям интересно. Может быть, там что-то поменялось. И выпали какие-нибудь интересные заказы. Так, налим кило 200, не ловил. Вот язек один, у меня был на 1,5 килограмма. Ряпушка сибирская 4 штуки. Вот 520. 4 грамма тоже не было. Корюшка азиатская тоже не было. В общем, смотрите-ка, в кафе, в таверне тоже ничего интересного. Теперь посмотрим. А значит, на поппер 6 у меня вышло 360 монет, как показал себя спайкер. Сейчас посмотрим. 236. Да, поппер показал себя лучше. Ну, в принципе, можете и на то покидать. В общем, как-то так получилось. Точка интересная. Заходите, пробуйте. Поппер работает. А кому мои ролики, друзья, нравятся, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Андрюха. Всем клевой рыбалки. Пока.